жить свободно и с честью. Сейчас это уже большая роскошь. И порой за свою свободу приходится расплачиваться собственной жизнью, проливая кровь. Однако для нас, боев, это привычное дело. На протяжении всей своей истории мы не раз доказывали это. Доказывали это кимврам, так и другим варварам. Но они нас не слышали. Тогда пришли самодовольные римляне с требованием преклонить колени перед ними. Но и они пренебрегли нашим предупреждением. Что же, это их выбор. Отчаянные дакийцы тоже хотели наших земель. Хе, ну попробуй, возьми. Много кто покушался на Богемию, и всех ждал один и тот же исход – разгром. Эх, настало время образумить новых захватчиков, ценой их собственной жизни. Ну а бои будут бороться за свою свободу и честь дальше.